На протяжении 2 месяцев жители Магнитогорска нам присылали свои истории о их любимом городе. Мы все их собрали, обобщили и выставили на голосование. И по большому количеству мнений выбрали самые лучшие истории, самые топовые места, по которым и составлен гид Магнитогорска «Городские легенды». Экскурсия очень понравилась, всем ее рекомендую. У меня глаза по-другому стали видеть наш город. Очень-очень много интересного.